Всем добрый день. Сегодня мы не поехали на рыбалку, решили выйти отдохнуть на природе. Я с вами поделюсь рецептом шашлыка, который мы будем сегодня готовить. И в процессе приготовления открою пару секретов для того, чтобы ваш шашлык всегда был вкусный и сочный. Начинаем готовить. Для шашлыка мы взяли 1 кг свиного окорока без кости. Также нам понадобится 0,5 кг лука, растительного масла немного, чеснок, лавровый лист, зелень, лимон и набор специй. Начнем наше приготовление с маринада. Сначала нам нужно нарезать лук полукольцами. Берем лук. И довольно-таки крупными колечками нарезаем. Мы полностью лук нарезали, закидываем нашу миску и теперь его немного подсолим, пока мы будем нарезать все остальное, он начнет пускать свой сок. Перемешаем. Теперь нарежем наш чеснок. Чеснок раздавим. Предварительно. Меленько его накрышим. Забрасываем его к луку. И будем нарезать зелень. Отрезаем корешки. Так, укроп у нас накрышен уже. Все высыпаем в миску к луку. Теперь остался у нас лимон. Нарезаем вот такими кубиками. Будет удобно с него выжать сок. И кусочки бросить в маринад. Добавляем немного лаврового листа. Буквально 2 чайных ложки растительного масла. Добавим специи до мяса немного. Черный перчик. И теперь это все перемешиваем. Лук из-за кислоты, из-за соли уже начал пускать сок. Все, теперь можно нарезать мясо. Берем мясо, кладем на досточку и его нарезаем кубиками покрупнее.
нарезали на такие полоски. Теперь на кубики. Забросили мясо, и теперь это все хорошо с маринадом перемешиваем. Вот мы полностью перемешали, утрамбовали это так. Оставляем на час мариноваться, а пока займемся костром. Мы приготовили дрова для костра, само кострище поджигаем. Вот костер у нас догорает, мясо уже замариновано. И сейчас я вам покажу первый секрет. Ставим шампура на костер. Это делается для того, чтобы шампура нагрелись и наше мясо начало максимально быстро жариться с середины. Шампура наши нагрелись, теперь будем нанизывать мясо. Один шампур готов. Берем следующий. Сейчас я вам покажу второй секрет. Чтобы наши угли долго держали жар, мы их посыпаем солью. Вот посыпали солью. И ставим наш шашлык. Прошло 20 минут, шашлык наш уже готов. Мы пошли кушать. А вы подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео, ставьте лайки и готовьте с нами.